Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео покажу вам свое новое приобретение. Это металлоискатель Пират Вибро. Вот такого плана он выглядит. Значит, подводный металлоискатель. Купил его специально для поездки в Турцию, чтобы не просиживать там целыми днями в баре. Буду пробовать искать золото на пляже под водой. Вот. Сейчас немножко разберемся в конструктивных особенностях этого металлоискателя и потом сделаем обзор, тест на золотые и серебряные изделия, посмотрим, на какой глубине идет обнаружение целей. Так, вот таким вот образом он выглядит. Сейчас мы его открутим, вот эту заднюю крышку, где находятся элементы питания. Так, тут у нас элементы питания двух типов. Это кассета с пальчиковыми батарейками. Сейчас мы ее вытащим. Вот она. Кассета. Здесь 6 пальчиковых батареек. А также есть элемент питания крона. Все. Обратно крону и вот эту кассету нашу вставляем, там защелкивается защелка, и подключаем наш разъем. Так, все. Теперь вот здесь находится включатель, включаем его. Вот, видели, моргнули светодиоды. Теперь ждем второго. Вот, второй раз они моргнули. Все, прибор готов к работе. Потом вращаем переключатель по часовой стрелке до того момента, пока эти светодиоды не загорятся и не пойдет вибрация. Вот, видите, загорелись. Чуть-чуть убавляем. Вот так вот. Все, прибор готов к работе. И закрываем заднюю крышку. Вот, на кольцо реагирует. Ну а сейчас попробуем посмотреть, на каком расстоянии он видит различные цели. Друзья, начнем вот с этой сережки. Сережка у нас весом 1,89 грамма. Так, вот она, линеечка наша. А, вот так вот. Очень интересно, прибор сережку не видит. Да, не видит сережку. Печально. Сережку не видит. Идем дальше. Так, вот такое вот колечко. Сейчас мы тоже взвесим. Вот колечко золотое. Так, 2,40. 2,40 грамма. Пробуем. Так, ну, колечко видит неплохо. Так, сейчас посмотрим. Где-то 8 сантиметров. Да, 7. Где-то 7-8 сантиметров. Глубина обнаружения. Так. Ну, вот это колечко попробуем. Тоже хорошее кольцо. 9,5 граммов. Такое увесистое. Посмотрим, какая у него глубина. Вот, ну тут хорошо. Тут хорошо он его видит. Смотрим. Где-то 11 сантиметров. 12. 11. 11-12 сантиметров.
11-12 сантиметров глубина. Так, давайте попробуем вот на такой золотой браслет. Золотой браслет. Вес его 8,5 грамм. Прибор его не видит. Да, очень печально. Прибор не видит этот браслет. Хотя... Ну вот на замочке, прям впритык, в самый притык, как-то срабатывает еще. А так, ну я думаю, такой сигнал точно не заметишь. Ну впритык прям, ну я бы сказал, что не видит, нет. Не видит. Идем дальше. Давайте попробуем серебряную цепочку. Серебряная цепочка. Ну, серебро хорошо видит. Серебро хорошо видит. Расстояние 6 сантиметров. Да, 6-7 сантиметров. Видит хорошо. Так, вот такое вот колечко золотое. Попробуем на нем. Так, прибор кольцо видит. Посмотрим, на каком расстоянии. Ну, где-то 7-8 сантиметров. Да, 7-8 сантиметров. Прибор видит кольцо. Попробуем вот такой перстень. Пустотелый перстень на 4 грамма. Так, прибор видит на расстоянии. Девять сантиметров. 9 сантиметров прибор видит. Так, вот сейчас интересно будет. Вот такая цепочка. Сейчас положим. Смотрите, вот такая цепочка маленькая с крестиком. Нет, прибор не реагирует никак на нее. Никак не реагирует. Можно сказать, такие цепочки вы находить не будете. Так, сейчас взвешу, посмотрим. На 3,5 грамма вместе с крестиком. Не видит. Так, идем дальше. Раз золотые цепочки пошли, попробуем. Вот чуть побольше цепочка золотая. Вот такая. Это у нас где-то на 9,5 грамм цепочка. Посмотрим, как на нее будет реагировать. А он никак на нее не реагирует. Он ее тоже не видит. Нет, к сожалению, не видит. Такие цепочки вы тоже не найдете. Но зато вот такие серебряные, я думаю, без проблем увидит. Ну да, такие цепочки видят. Посмотрим, на каком расстоянии. 9 сантиметров. Да. 9 сантиметров такие цепочки видят. Так, и осталось у нас два колечка. Вот такое вот колечко из белого золота с камушком.
Весит оно 1,70 грамма, почти 2 грамм, 700 грамм. Так, и посмотрим. Так, ну прибор реагирует. Посмотрим, на каком расстоянии. Так, это у нас где-то 7 сантиметров. Да, 7 сантиметров прибор видит. И вот сейчас самое интересное будет, ребят. Смотрим. Вот такое вот кольцо. Вот такое кольцо золотое с камнем. Вот. Вес 4 грамма. Пробуем. И видим, что прибор на него не реагирует никак вообще. Вот это очень интересно. Вот такое кольцо прибор не видит. Толстое кольцо, хорошее, 4 грамма. Но видите, здесь, видимо, из-за того, что звенот это прерывается, может быть, из-за этого. Он, ну, в общем, прибор не реагирует на это кольцо никак, совершенно. Вот, видим, да? Сейчас попробуем ребром. Ну-ка. Даже ребром не реагирует. Нет. Так. Ну и давайте обручалочку попробуем. Последнюю. Это обручалочка. Хорошо реагирует. Где-то 7-9 даже. 8-9 сантиметров. Друзья, ну что, вот такой вот обзор получился прибора. В целом прибором я доволен, потому что альтернативных вариантов как бы я особо не нашел. Взял вот этот прибор пират. Плохо, конечно, что он не видит сережки, золотые цепочки. Но кольца видит и серебряные цепочки видит. Ну, монеты, я думаю, тоже видит без проблем. Впереди будут испытания уже непосредственно в Турции, на турецких пляжах. Поиск, подводный поиск. Так что, кому эта тема интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и следите за новыми выпусками. А я с вами на этом прощаюсь. Всем пока.